Благотворительность – это, в принципе, дар Божий. И не обязательно иметь гигантские совершенно миллионы или миллиарды прибыли для того, чтобы заниматься благотворительностью. Благотворительность – это милосердие. Если Господь дал человеку милосердие, милосердный характер, то он будет заниматься благотворительностью вне зависимости от того, какой достаток ежемесячный, ежегодный у каждого гражданина. Посмотрите, сколько, например, вот наших байкеров, которые кардинально вот в Пензенской области есть детский дом для инвалидов. Они очень много делают для этого дома. Или, например, масса вот русских предпринимателей среднего бизнеса в Средней России. Ведь самое тяжелое положение – это в Средней России, где маленькие города и моногорода практически страдают безработицей, очень низкий жизненный уровень. И, конечно, вот здесь чувство милосердия и страдания к людям, жаждущим, сирым, убогим, это присуще русскому человеку, от природы присуще. Поэтому это, конечно, возрождение такой гуманной и благородной деятельности, оно украшает наше гражданское общество. А что касается отмывки денег, ну, уроды есть везде абсолютно. Это просто уроды, которые используют вот этот благородный мотив для того, чтобы наживаться на горе и слезах людей неимущих.